В день подписания документа в Рязанском институте развития образования прошел круглый стол по итогам отопительного сезона 2015-2016. Начнем с того, что нынешний январь, он был значительно холоднее прошлогоднего. Получился такой по-настоящему морозный. И периодами в домах рязанцев было не так тепло, как им хотелось бы. Я не говорю сейчас о нарушениях санитарных норм. Я говорю о том, что люди звонили и жаловались, что у нас в домах холодно. Отопительный сезон обошелся без крупных аварий, но ряд проблем в работе центральной системы теплоснабжения был выявлен. Одна из главных – несоблюдение РМПТС температурного графика. Нарушения повторялись многократно, что подтвердила проверка Ростехнадзора. Расследование проводит Рязанское управление Федеральной антимонопольной службы. Согласно постановлению мэра, с 22 апреля в Рязани приступят к отключению системы отопления жилищного фонда и учреждений социальной сферы, получающих тепловую энергию от Дягилевской и Новорязанской ТЭЦ, котельных РМПТС и ведомственных котельных.